субботу. Меня зовут Борис, это наши телезрители, поприветствуйте их. Самое яркое событие Германии. Приезжаешь, и как будто бы ты дома. Самая теплая и незабываемая атмосфера. Ну что, друзья, давайте просто погуляем. Самые известные звезды российской и зарубежной эстрады. Натали, Валерия, Семен Фролов. Самые лучшие два дня в жизни каждого гостя русской ярмарки. Девчонки, я вам желаю просто получить удовольствие. Давайте, тусите, общайтесь. Новые и уже знакомые всем нам лица, зажигающие праздник в сердцах. Я получила массу удовольствия. Мы покажем всех. Мы покажем все. Самое интересное, самое острое вы найдете в нашем репортаже, который проведем для вас мы. Русская ярмарка 2019. Специальный репортаж. В субботу на ТВ Рус.